Гороховая каша – блюдо, которое готовят редко, а зря. Это полезное, вкусное и сытное блюдо. Рассказываю, как сделать горох в мультиварке. Готовить горох в мультиварке по этому простому рецепту – одно сплошное удовольствие. Не надо следить за кастрюлей на плите. Не надо постоянно помешивать горох, он не убежит и не пригорит. А пока он варится, можно сделать поджарку из мяса или лука, или бекона. Подавать горох лучше горячим, и не накладывайте большие порции. Горох очень сытное блюдо. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Первым делом перебираем горох. Хорошенько промываем его под проточной водой. Высыпаем горох в чашу мультиварки и заливаем холодной водой. Количество воды зависит от желаемого конечного результата. Если вам нужна более жидкая каша, тогда воды берем 2 стакана. Солить горох можно как в начале варки, так и в готовый продукт. Готовим горох в режиме тушения или 1.5 часа. Если горох нужен разваренный, тогда 2 часа. Вот такой у меня конечный результат. Чтобы придать однородность, я потолкла горох. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Жду ваших лайков и комментариев. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Горох сухой, 1 стакан. Вода, 1.5-2 стакана. Соль, 1-2 щепоток, по вкусу. Количество порций, 2-3. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Буду скучать без вас.